все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов, не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать, маму с папой выбирать. Но сказала мама: «Милый, бюллетень у вас красивый, только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет, люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты». Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно.